ролик, но я думаю, гигабайт 5 будет весить. Поэтому вот главное, как Диме файлы отправлять. А так, ну, я думаю, что-нибудь придумаем. По поводу чипа и B48 у меня скоро выйдет ролик. Он будет. Я хочу выпустить серию роликов, которые будут называться «Отличия». То есть мы будем говорить, например, про отличие рестайлинга от дерестайлинга. Ну, допустим, там F10. Мы будем говорить про отличие там 320 от 330, например. Там, ну, вот такие вот вещи популярные обсуждать. И это следующий ролик, который будет на канале. Поэтому лучше немножко подождать, там будет развернутый ответ. А так, ну, если коротко, то прошивки под B48 хорошие, опять же, зависит от того, какой еще B48. То есть, если говорить про G20 и говорить про F30, это два абсолютно разных мотора. То есть, если в F30 отличия минимальные, их можно по пальцам пересчитать, то в G30 отличий столько, что это абсолютно две разные машины. Привет, привет, ребята, все, кто заходит, всем привет. Кашли ни у кого нету. По-моему, ни у кого. Народ подтягивается. Пишите разные вопросы. Можно не только в области BMW. Можем на какие-то отдаленные темы тоже поговорить. 30D, 39-ю можно взять с 57-м мотором. Вопрос только, где найти хорошую машину. То есть сам мотор отличный. Если бы мы сейчас были в прошлом, я бы его прям вот 100% рекомендовал. Но даже надежные моторы со временем ломаются, и денег можно отдать немало на ремонт. А, немножко не понял по поводу деревни. Забрали соседа. С чем аккуратнее здесь быть? Здесь нет карантина именно в деревне. Я уезжал до карантина. Что тут должно произойти? Бискат. Летает. Рад, Саш, что все нормально. Сейчас вот как раз с человеком общаемся. У него в Америке тоже машина с похожим мотором. Может быть, тоже дистанционно прошьем. У Биската минусы в том, что воняет машина сильно. Поэтому, если это повседневная машина, то я бы, наверное...